Сертификат Макси Форекс используется информационным агентством Банкир.ру, ведущим банковским порталом России, Ассоциацией региональных банков России, Национальной ассоциацией кредитных брокеров и финансовых консультантов, холдингом 123-сервис.ру и многими другими лидерами финансового рынка. Здравствуйте! Сегодня 19 июля, и вы смотрите ежедневный обзор рынка от Макси Форекс. На вчерашних торгах в Азии пара евро-доллар продолжала снижаться на фоне непрекращающегося роста стоимости кредитования долговых обязательств проблемных стран еврозоны. Открывшись на уровне 1.4112, евро зафиксировал на снижении дневной минимум на отметке 1.4014. Однако публикация слабых данных по притокам капитала в США разочаровала рынок. Курс американской валюты резко упал, спровоцировав при этом восходящее движение евро. К концу дня паре евро-доллар удалось восстановить все дневные потери, вернувшись в зону утренних максимумов и завершив торговую сессию на уровне дневного открытия 1.4112. На торгах во вторник предполагаем первоначальное движение пары в боковом диапазоне, а далее возобновление подъема к ценовым уровням 1.4165, 1.42 и далее в направлении 1.4280. Если же паре удастся пробить на снижении уровень 1.4087 и закрепиться под ним, последует снижение курса единой валюты к ценовым уровням 1.4046, 1.4010 и 1.3969 с последующим возобновлением подъема. После вялой дневной торговли в диапазоне 1.6061-1.6113 курс британской валюты, не выдержав давления продавцов, резко откатился вниз, достигнув минимального уровня на отметке 1.6005. Однако здесь валюта получила неожиданную поддержку. Рейтинговое агентство Moody's опубликовало прогноз, согласно которого ВВП Великобритании вырастет в 2011 году до уровня 1,6% после 1,3% в 2010 году. При этом уровень безработицы останется стабильным, а процентная ставка будет увеличена в конце текущего года как минимум на 25 пунктов. Кроме того, данные стресс-тестирования банков показали, что финансовая система Великобритании оказалась надежнее европейской. Эта информация заинтересовала инвесторов. Спрос на британскую валюту усилился, и курс пары евро-доллар начал расти. К концу дня британский фунт сумел вернуть значительную часть дневных потерь, закрывшись на уровне 1.6057. На торгах во вторник мы ожидаем первоначальное боковое движение валюты вблизи ценового уровня 1.6065. Если паре удастся закрепиться ниже этой отметки, последует снижение курса британского фунта к целевым уровням 1.6005, 1.5973 и 1.5936. Если же валюте не удастся закрепиться под этим уровнем, возобновится подъем пары к целям 1.6082, 1.6106, 1.6148 и 1.6193. Золото снова рвется вверх на фоне беспокойства инвесторов по поводу ситуации в долговой сфере США и долговых проблем еврозоны. На фоне царящей на рынке неопределенности участники торговли продолжают покупать золото и другие активы, служащие тихой гавани. Цены на металл беспрерывно растут уже 10-ю сессию подряд. На вчерашних торгах курс золота впервые пробил психологически важный уровень в 1600 долларов и установил по итогам торгов новый исторический максимум на отметке 1607 долларов 3 цента за тройскую унцию. Цены на серебро также резко выросли, достигнув максимума на отметке 40 долларов 69 центов за тройскую унцию. В экономической статистике вторника Банк Канады опубликует решение по основной процентной ставке и сопроводительное заявление к решению. Изменения здесь не ожидаются, ставка будет сохранена на прежнем уровне в 1%. Сегодня же состоится пресс-конференция Банка Японии. Резервный банк Австралии опубликует протокол последнего совещания по вопросам кредитно-денежной политики.
Центр европейских экономических исследований Институт ЗЭВ предоставит сегодня индекс настроений в деловой среде за июль месяц и индекс текущей ситуации в Германии и по еврозоне в целом. В США будут опубликованы объем выданных разрешений на строительство и количество закладок новых фундаментов под строящееся жилье. Более подробную информацию по движению валют на рынке смотрите на сайте maxiforex.ru в разделе «Прогнозы». Желаем вам удачных и прибыльных торгов на рынке Форекс. Аналитика от MaxiForex используется информационным агентством Банкир.ру, ведущим банковским порталом России, Ассоциацией региональных банков России, Национальной ассоциацией кредитных брокеров и финансовых консультантов, холдингом 123-сервис.ру и многими другими лидерами финансового рынка.